Проект «Поход дела» ищет новых героев. В сентябре в эфире Первого городского канала стартует 4-й сезон программы. Уже объявлена дата кастинга. Желающих распрощаться с лишним весом будут ждать 19 августа в кафе на Ленина, 73. Ограничений в проекте практически нет. К участию приглашаются те, кому уже исполнилось 18 лет, и те, у кого нет серьезных медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Проект «Поход дела» уже помог избавиться от лишнего веса 36 кировчан. По опыту прошлых сезонов, каждый участник в среднем постройнел на 14 килограммов. Участников нового 4-го сезона также ждут тренировки под контролем наставников, секреты правильного питания и командные испытания. Первая программа выйдет в эфир 3 сентября. В этот раз редакция проекта обещает, что худеть на глазах смогут не только 12 участников проекта, но и телезрители.